Хоккейный клуб «Донбасс» договорился о продлении контракта с 31-летним финским нападающим Тиему Лайне. Лайне, перешедший в донецкий клуб из минского «Динамо» в 2013 году, в нынешнем сезоне сыграл 67 поединков и набрал 34 очка, забросил 18 шайб и сделал 16 результативных передач. Особо он разыгрался в Кубке Гагарина, когда в серии против рижского «Динамо» набрал 9 очков, за что был признан континентальной хоккейной лигой лучшим форвардом первого раунда плей-офф. Напомним, ранее «Донбасс» договорился о продлении контрактов с Яном Лацо, Клеем Уилсоном, Петером Подхрацки и Евгением Додоновым.